эта музыка любима слушателями уже на протяжении 1,5 столетий и до сих пор остается одним из символов русского искусства. Знаменитый цикл «Времена года» исполнят участники трио имени Арама Хачатуряна. Последний раз ереванские музыканты выступали в Сочи в апреле 2013-го. Скрипача Карена Шахгалдяна сочинцы помнят и по сольным выступлениям. В прошлом году он играл с артистами Сочинского симфонического оркестра произведения Вивальди. Теперь поводом для встречи стала юбилейная дата величайшего русского композитора. Юбилей Петра Ильича Чайковского, который отмечается на государственном уровне во всей России, и не только в России, а во всем мире. И мы подготовили два концерта, то есть две программы, которые будут идти одна за другой, 22 и 23 числа. Одна программа наша сольная, камерная, которая пройдет в органном зале. На ней прозвучит знаменитое трио Петра Ильича Чайковского. А также такой небольшой сюрприз – это переложение для трио «Времен года». В Зимнем театре в сопровождении Сочинского симфонического оркестра будет исполнен концерт для скрипки с оркестром. Слушателям будут представлены и другие шедевры Чайковского. Концерт номер 1 и вариации на тему рококо для виолончели с оркестром.